О, неужели я дожил до утра? Но это меня никак не радует, потому что я застрял в этом проклятом трейлере. И меня окружили зомби. Так, нужно найти способ, как выбираться. Я нашел тут выход. И да. Не знаю, что мне делать дальше, но сейчас посмотрю, что есть в этом трейлере. Так, хотя бы немного еды есть. Что у меня есть? Как я смогу отсюда выбраться? Мне нужно построить какой-то план, найти какие-то маленькие зацепки. Если я хорошо соображаю, если меня еще мозги тоже не превратились в гниль, то это какой-то чувак, который охранял вот этот трейлер, который жил тут. И, наверное, он, наверное, был охранником вот этого строительства. Но чуваку не повезло. Так, если он тут жил, если он был охранником, если у него пистолет в руке, то, по идее, он тут хранил какие-то припасы. Может, тут он что-то хранил. Так, тут его записки есть. Что за записка? Лайки. Какие лайки? Что за записка вообще, чувак? Шо? Лайки. Ага. Он, походу, каким-то психом был, честное слово. Поставил? Какие лайки нафиг? Я нашел лайки. Где? По этим видео много лайков. Я вообще не понимаю, кто тут жил, что за псих тут жил. Наверное, хорошо то, что его убили, но мне кажется, он также был зрителем Мэдисона, и мне кажется, он также бы ставил лайки под его новое видео, потому что он, наверное, также хотел видеть новое видео Эдисона как можно быстрее, так же, как и я, чувак! Мы бы были хорошими друзьями, если бы ты не сдох. Но я с ним согласен. Я бы Эдисону всегда ставил лайки на новые видео, потому что чем больше лайков наберем, тем быстрее выйдет новое видео. Ох, чувак, как я тебя понимаю, Не зря ты стал психом вот с этими лайками. Не зря, я тебя прекрасно понимаю. Но, так как он был охранником, я вижу то, что действительно есть у него припасы. Магазин на мой глок. Но хотя бы какой-то плюс. У меня есть 7 патронов и полностью фулл магазин на 17 патронов. Может, это как-то мне поможет выбраться отсюда. Так, ну, вряд ли я с этими тремя зомби справлюсь, если я спрыгну вниз, поэтому... Так, лучше я не буду так тратить патроны. Ой, о, я их могу отсюда достать. Там еще один прибежал. Лучше шуметь не нужно, потому что чем больше я шумлю, тем больше я привлекаю зомби. А, ну как бы мне спуститься отсюда? Так, хорошо. Они даже меня достают сюда. Хорошо, то я... О, так, еще вот этого. Пожалуйста, не сбегайтесь на шум, Мне нужно проверить, что в карманах у этого чувака. Если я спрыгну вниз, то я уже сюда не смогу забраться. Хотя смогу, но лучше не рисковать. Так. О! Ой, так! Так. И вот сюда. Замечательно! Никого. Что у него было при себе? У него был бронежилет. Мне кажется, бронежилет будет получше, чем моя курточка. Чувак, ты хотя бы немного был полезен. Иду сюда, стану сюда и посмотрю, что у него тут было. Паспорт. Андрей Чебурекович или Чебурекович. Странное у тебя имя, чувак. 1985 года рождения. Профессия бывший военный. Ага, то есть вот не зря он там работал охранником, так как он был бывшим военным. Место проживания — улица Петушарская, дом номер 12. Если хорошо трезво рассуждать, то если он был военным, то по идее у него вот дома должны быть всякие награды, я не знаю, сувениры военные, а может даже оружие, которое он там прятал. Дом номер 12. Если он тут работал, то, по идее, его дом был где-то рядом. Может, вот этот? Хотя вот этот дом наполовину разрушен. Или, может, вот этот? Бар, ресторан. Так, это не дом. Сейчас проверю вот этот. Может, тут что-то будет. Опа. Там дома кто-то есть. Поэтому нужно быть аккуратным. Может, это действительно дом номер 12. Я очень на это сильно надеюсь. Что тут у нас? Дом номер 12. Боже, как я угадал то, что он жил рядом со своей работой. Так, по крайней мере, я пока что слышу только одного зомби. Надеюсь, там больше никого не будет. Фух, хорошо, чувак. Хоть в чем-то ты нам поможешь. Нет. Лучше не шуметь. И зомби, по крайней мере, пока меня еще не заметил. Может, мне получится напасть на него сзади? Так, заметил! Фух. Хоть я уже не так боюсь зомби, как в первый день, когда я проснулся после комы. Так, чувак, что у тебя тут есть интересное? Если это дом военного, то у него тут должны быть какие-то тайны. Что-то открылось. А, нет, это я вот... Так, это не то. Так, кухня. Что у него есть в кухне? Бутылочка воды. О, боже, как мне повезло с этой водичкой. Ох.
Уже прям сушило. Что у него еще есть? Хлеб? Ну понятно, дом военного, что он еще кушать будет? О, аптечка! Аптечка! О, это то, что мне нужно было. Так, тут ничего нету. Ничего, тут тоже ничего нету. Хлеб, хлебушек, что тут еще есть? Кухонный нож. Кухонный нож. У меня есть обычный нож, военный, на 5 урона. Есть кухонный нож. Мне кажется, вот этот будет получше. Поэтому больше шансов сейчас будет выжить в зомби-апокалипсисе. Так, что у него тут еще есть? О, вижу какой-то... О, и, ох, я не знаю, я бы тебя расцеловал, если бы ты был жив. Но патроны это самое то. 16 патронов и полностью весь магазин. О, это то, что мне нужно. Это то, что мне нужно. Чем больше патронов, тем больше шансов мне, у меня выжить. Так, второй этаж. Что мне нужно? Что мне нужно? Если это военный, то по идее, что у него тут должно быть? Если есть патроны, то может быть что-то получше. Может у него тут будет канистра с бензином, или может оружие получше, там, не знаю, какая-то взрывчатка. Если бы была взрывчатка, то я бы также что-то придумал. Так, тут ничего нету, тут забаррикадировано, но вот тут у нас что-то, по идее, будет. Ничего? Ничего? Твою мать! Твою мать! Это еще кто были нафиг? Ой. Капут просто. Ой, о боже. Это еще, это не зомби были, это люди были, которые напали меня сзади. Так, 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 так. Сейчас я вообще ни хрена не понимаю. Значит, еще остались выжившие. Только они какие-то не очень добрые. Так, закрою я дверь. Я надеюсь, что больше никого тут не будет. Я очень сильно надеюсь, что больше меня никто не услышал. Ох, я никого, по крайней мере, сейчас на улице не вижу. Так, если эти были, если это были люди, значит они уже тут, не знаю, долго ли они тут находятся. Но если были двое человек, то значит их еще больше будет. А если у них там какая-то банда есть? О боже, сейчас мне еще больше страшно стало, чем от каких-то там зомби. Так, ладно, 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 ладно. Что у этого чувака тут может быть дома? Ничего, ничего, ничего. Опа. Опа. О боже, военный, как же повезло то, что ты тут живешь. С4, взрывчатка. А может это не военного, а может что-то мне подсказывает то, что вот эти бандиты не зря захватили вот этот склад. И что-то мне подсказывает то, что тут раньше было больше взрывчатки, чем сейчас. Не зря же они сюда пришли, не зря же они тут жили какое-то время и сделали себе небольшую базу. Может они вынесли с этого склада военного еще больше оружия, чем я сейчас вынес. О, я надеюсь, что я больше никого не встречу. Больше никого не встречу. Это будут единственные два человека, которые я встретил будет сейчас в зомби-апокалипсисе. Ой, ладно, нужно выбираться, нужно выбираться. Может, мои выстрелы кто-то услышал? Сейчас стемнеет. Ой, как я не хочу опять ночью выходить на улицу. Ну, что мне делать? Что мне делать? Может, мне тут посидеть еще немного? Хотя бы силы восстановить. Потому что я сейчас просто с ума сойду. О. Ладно, 10 минут можно отдохнуть. Это 100%. Ой, все, хватит. Нельзя тут больше оставаться, потому что если тут были бандиты, то могут прийти новые. Нужно возвращаться домой. За вот все эти минуты размышлений я понял одну вещь. Если у меня есть С4, то я наконец-то смогу взорвать дверь гаража, где стоит мотоцикл. И чтобы выехать и доехать домой, да, точно, в том мотоцикле есть немного топлива, и может он куда-то сможет меня довести, потому что больше бензина я не нашел, не смог заправить те машины, которые я нашел в отеле. Но если у меня получится взорвать дверь гаража и выехать на мотоцикле, то действительно он сможет меня хотя бы куда-то довести, может найду какую-то заправку или еще что-то. Ну ладно, выхода у меня нету, даже если сейчас ночь, то мне нужно возвращаться домой, потому что чем больше я тут остаюсь, тем большей опасности я нахожусь и подвергаю себя. Так, 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 вот это мне уже не нравится, что это такое? Мина. Мина! Мин, откуда тут взялась мина, если я днем тут пробегал и никакой мины тут не было? Ой, боже, 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 боже. Никого, пока что никого. Так, подбегать к ней нету смысла, она взорвется и просто мне все ноги расквасит. Может, попробую ее как-то обезвредить?
Надеюсь, никто этого не услышит. Или если услышит, то мне нужно будет бежать домой, сломя голову. Ладно, выхода нет. Так, она взорвалась или я ее обезвредил? Так, 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 что-то не так. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Она, наверное, она взрывается или нет? Я что-то не понимаю. Так, я ее, похоже, обезвреживаю как-то. Твою мать! Твою мать! Ах! Это еще кто? Это еще кто? Ай! Твою мать! Снайперы! Засада! Это они поставили мины 100%! Ай! Ай! Так, 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 домой, 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 домой! Патроны не узнать, так они не попали, они не попали, это был один снайпер или два снайпера было. Твою мать! Ай! Ай, это еще кто такие? Еще и зомби тут так, домой, 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 домой. Нужно оторваться, я надеюсь, что они не знают, где я живу. Быстро, 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 быстро. Ай. Так, 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 так. Быстро, быстро, быстро забаррикадировать хотя бы вот это. Может, это пригодится мне как-то. Почему? Ай, охренеть просто. Это еще кто такие нафиг? Откуда они вообще взялись и откуда они знали то, что я там нахожусь? Боже, у меня чуть сердце в пятки не упало. О, я не знаю, я не знаю, что мне делать больше. Я даже не знаю, безопасно ли тут, но я надеюсь, то, что они не знали, куда я бегу, и не видели то, что я прибежал в свой дом именно вот сюда. Боже, у меня голова даже закружилась. Ой. Так, 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 так. Ну, нужно поспать. Только как я сейчас усну, если я знаю то, что на меня открыта охота? Я же убил двоих их братьев. Сейчас они, мало того, то, что заложили весь путь минами, я чуть не умер. Так они еще и снайперов там расставили. Ой, я не знаю, лучше я тут тоже поставлю вот это. И хотя бы буду знать то, что они не заберутся ко мне в дом через двери. Вообще, хотя бы немного спокойнее будет. Ох. Я не знаю, смогу ли я уснуть, хоть уже утро на дворе, но я вообще эту ночь не спал, и мне нужно немного отдохнуть. Потому что завтра нужно будет что-то придумывать. И может именно завтра я наконец-то вырвусь с этого дома, нужно будет расчистить тут путь и попытаться на этом мотоцикле хотя бы куда-то доехать. Если тут хотя бы немного бензина. Да, немного бензина есть. Немного бензина есть, и замечательно то, что он на ходу. И то, что он вообще хотя бы не поломан. Это очень круто. Буду надеяться, то, что они меня не найдут до завтра, и хотя бы я немного смогу отдохнуть. Хотя бы в какой-никакой, но небольшой безопасности. Ой. Боже, боже, как я понимаю того охранника. Ведь именно лайки все решают. Ведь именно лайки раньше давали спокойно жить. Ведь я когда ставил лайки на последнее видео Эдисона, я всегда был прям в каком-то, не знаю, какой-то нирване. Да, мне кажется, Эдисону было очень приятно то, что я ставил лайки. Я бы сейчас поставил лайки, если бы у меня был интернет. Но сейчас у меня нету интернета. Сейчас у меня только бандиты на хвосте. И мне больше нечего делать, как просто, не знаю, с ума сходить и надеяться то, что они меня тут не найдут. Ну ладно, ладно, подождем завтра. Подождем завтра. Надеюсь, что завтра наступит. Ой, мне больше нечего делать, как ждать.